трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. МВД предложило, а правительство уже данную инициативу поддержало, увеличить размеры госпошлин по линии ГИБДД. Речь идет о подорожании с 2 до 3 тысяч рублей водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства с 500 до 1,5 тысяч рублей. Причины такого решения объяснили в Госдуме. Якобы будет внедрено новое программное обеспечение для хранения информации о гражданах. Трасса 101. 332 водителя в Кировской области с начала этого года были уличены в повторном управлении машиной в состоянии опьянения. Чаще всего, согласно информации регионального управления ГИБДД, таких нарушителей выявляли в областном центре, а также Слободском, Луцком и Яранском районах. В отношении задержанных возбуждены дела по статье 264.1 УК РФ, предусматривающей различные виды наказания, в том числе и лишение свободы на срок до 2 лет. Трасса 101. Новый Nissan Patrol в России приобрести больше нельзя. Японцы свернули продажи модели из-за ее непопулярности. В прошлом году внедорожник купили 219 наших соотечественников, тогда как его основной конкурент, Toyota Land Cruiser 200, разошелся тиражом почти 13 тысяч экземпляров. Как считают эксперты, одной из основных причин неудачи Patrol является отсутствие дизельной модификации. Трасса 101. В Амурской области обнаружена дорога в никуда. Ролик с таким названием набирает популярность в интернете. Трасса, широкая, со свежим асфальтом и разметкой, внезапно обрывается и упирается в лес. Знаков нет. В общем, верная смерть и тем, кто летит, и тем, кто соблюдает скоростной режим. Накануне СМИ сообщили, что дорогой заинтересовалась ГИБДД и распорядилась установить там запрещающие движение знаки. У iPhone появится автомобильный режим. Гаджет будет блокироваться в момент посадки его владельца за руль, так что просмотр сообщений и прочей информации в пути станет невозможным. На входящий СМС устройство ответит. Хозяин в дороге перезвонит, когда остановится. Система откликнется только в случае приема сообщения со словом «срочно». На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.